Жители поселка Северный теперь могут пить воду из-под крана. Здесь установили систему для очистки питьевой воды. Как она работает, выясняла наша съемочная группа. Показывать банки, наполненные водой из-под крана, местным жителям не впервой. Это наглядный пример качества воды. Если раньше увидеть что-то, кроме грязи и мути, было невозможно, то сейчас ситуация изменилась. Вот сейчас из крана набрали. Вот такая вода сейчас идет. Ничего плохого не могу сказать. Можно пить, можно. А хлорки там? Нету хлорки, хлорки нет. Вот я как все прямо из крана пью. После ремонта вода очень замечательна, хорошая. Вот такая станция каждый час очищает от железа, марганца, сульфитов и запаха 7 кубометров. Вода обрабатывается кислородом, ультрафиолетом и гипохлоритом. Весь процесс автоматизирован. Управление станции также выведено в центральную диспетчерскую службу водоканала. То есть все этапы, что здесь происходит, видно. То есть проникновение, работа насосов, работа фильтров, уровни в емкостях, приемы и раздачи и уровень водонапорной башни. Затем чистая вода поступает в водонапорную башню, а после распределяется по квартирам. Строительство станции для очистки – это часть мер по улучшению системы водоснабжения Заволжья. В этом году планируем поменять полностью весь поселок, посадить на полиэтиленовые трубы. То есть нам осталось порядка 100 с лишним метров заменить трубопровода. С нашей стороны уже замечаний быть не должно. То есть на подаче воды мы будем уже контролировать 100% хорошую питьевую воду. За последние годы в Левобережье заменили сети теплоснабжения, канализации. Продолжается реконструкция водопроводных труб. В будущем построят очистные сооружения. Подрядчик определен. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика.